итоги первого полугодия обеспечивать поступательное развитие экономики нашей области. Внутренний оригинальный продукт вырос в прошлом году на 4,3%, хотя мы еще не достигли тех прогнозных показателей, но это первый результат в республике среди областей. Кроме того, надо сказать, что наметилась положительная тенденция по выполнению этого показателя. Если мы начинали наш год или итоги 5 месяцев были чуть-чуть более 103%, то сейчас 104,3%. В целом все основные отрасли экономики, которые формируют внутренний оригинальный продукт, дали прирост. Спокойно и веско, по-деловому основательно начал заседание облсполкома Константин Сумар. Такой тон обоснован, ведь разговор должен состояться деловой, хозяйский, а потому эмоции неуместны. По словам губернатора Брещины, в целом, если смотреть на областные цифры, показатели работы радуют, но это лишь верхняя сторона айсберга. Если копнуть глубже, видны просчеты и непродуманность политики руководства некоторых ответственных чиновников из районов. Детальное рассмотрение итогов социально-экономических развития региона выявляет ряд проблемных моментов. Связаны они с наметившейся тенденцией замедления темпов роста по ряду прогнозных показателей. Итоги первого полугодия говорят о том, что мы не дотянули или не выполняем те прогнозные показатели, которые для себя утвердили, принимая эти цифры от правительства нашей страны. В разрезе районов, если в целом положительно, я сказал, есть работа в целом нашей области, то в разрезе регионов многие районы не выполняют не то что прогнозные показатели, но имеют темп роста ниже 100%. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас на этом исполкоме уже определились, что же нас ждет в тех районах, которые имеют менее 100% темпы роста. Областью обеспечено выполнение 2 из 5 основных прогнозных показателей, установленных правительством. Это экспорт товаров и услуг по организациям без учета республиканских. Положительные темпы роста по сравнению с прошлым годом получены по большинству показателей социально-экономического развития. Константин Андреевич назвал эти показатели. Вместе с тем, необходимо отметить, что во втором квартале наблюдалась тенденция замедления темпов развития по сравнению с первым кварталом. Так, прирост ВРП сократился на 1,8% пункта, индекс физического объема продукции промышленности составил за первое полугодие 103,5%, первый квартал был 106,7%. Прирост объема валовой сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составил за полугодие всего 0,8%. Первый квартал 4,3%. Результатом такой динамики развития стало снижение темпов роста выручки от реализации со 130,3% в первом квартале до 127,6% за первое полугодие. Недостаточное качество и количество продукции, невыполненные темпы роста, небольшие инвестиции в основной капитал, загруженность складов и невостребованность продукции на рынках – все это рисует картину, писанную, увы, не маслом. На это неоднократно указывал докладчикам глава региона. Не следует сегодня наблюдать. Востребована активность действий, продуманность и инициатива. Об этом забывают многие руководители и предприятия и районов. Говоря о слаженности работы агропромышленного комплекса региона, также нельзя сказать, что все в нем гладко. Особенно там, где дело касается модернизации. Многие районы не справляются с выполнением прогнозных показателей. Не достигнуты были необходимые темпы роста валовой продукции в первом полугодии. Она ставила 101,7% при плане 106,5%. Задание выполнили только 2 района – Пружанский и Березовский. Причем в Пружанском районе прирост составил 14,3%, в Березовском районе – объемы увеличились на 6,2%. Незначительный прирост валовой продукции в сельскохозяйственных организациях Ивацевичского 0,1% и Ганцевичского 0,5%. Снизили темпы роста к уровню прошлого года 4 района. Барановский по известной причине, Лунецкий почти на 7%, Ляховичский на 4,9%, Жабинковский на 2,7%. За счет этих районов области не получено 1,6 объема всей валовой продукции. Хочу подчеркнуть, что темпы валовой продукции – основной из факторов, по которым оказывается государственная поддержка. И не при выполнении этого показателя по году хозяйство необходимо будет вернуть все то, что дало государство.
если иное не будет принято главой государства. В обстоятельном разговоре участвовали все, и вопросов к присутствующим возникало немало. Сетования многих руководителей на сложную ситуацию и на ряд других факторов не имеют под собой основы. Невозможного делать не требуется. Но приложить усилия, чтобы приблизиться к намеченным показателям – задание для всех и каждого. Пока руководители не начнут хорошо торговать, эффективно экономить и снижать затраты, работать с инвесторами и разумно распоряжаться выделенными средствами – с мертвой точки дело не сдвинется. Это касается руководителей разных уровней. Я хотел бы, чтобы мы начали в корни уходить от формализма, от формального отношения к своей работе, к своим обязанностям. Константин Сумар подчеркнул, чтобы выполнить все социально-экономические показатели, необходимо не удвоить, а удесятерить усилия. Вот тогда будет результат. А для этого нужно, чтобы была цепочка в управлении процесса от работника любого предприятия до его руководителя. Государство не для того, чтобы создавать или создать на земле рай. Государство для того, существует репрессивный этот орган, который должен не допустить, чтобы на земле получился ад, чтобы люди друг друга не убивали, не насиловали и так далее, и так далее. А это как раз и к решению тех проблем, которые есть в том или другом коллективе, или в регионе, или в городе тоже самое. Вы должны понимать, что все растет от нас. И все те проблемы, которые есть в районе, или в городе, или в трудовом коллективе, идут или растут ноги от руководителя предприятия или руководителя региона. И поэтому наш долг, вот то, что мы с вами говорили вот почти 2,5 часа об нашей экономике, о нашей работе, это как раз наш долг именно сделать все возможное, чтобы мы те прогнозные показатели, особенно эффективность работы, чтобы она у нас все-таки была намного лучше. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».